Всем привет, а вы на канале Тупармия. Эта ракета может уничтожать целые города. Булава запущена с подводной лодки проекта Борей. Способна пролететь более 5000 миль или 8000 километров. Ракета несет до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели. При этом мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Боеголовки способны преодолевать системы ПРО, в том числе за счет использования макетов-ловушек. Каждая субмарина проекта Борей несет до 16 таких ракет. Каждая подводная лодка может уничтожить 72 цели размером с город. Одна подлодка с булавами способна стереть с лица земли целые регионы Соединенных Штатов. Также на канале много новых материалов по новейшему вооружению, которые собраны в плейлисты. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом все, вы были на канале Тупарми, я с вами прощаюсь, пока-пока.